Этот выпуск для вас проведем мы, Арина Синенок и Ира Рудая. Сегодня в нашей программе вас ждет встреча с педагогами и воспитанницей Гомельского областного центра туризма и краеведения детей и молодежи. Они расскажут о своей творческой мастерской. Видеоблогер Евгений Плюшкунов о своей креативной работе и подготовке к поступлению на журфак. Косметолог Виктория Коваль прямо в студии проведет мастер-класс по уходу за кожей лица подростков. В рубрике «Мой город» наши коллеги побывают в излюбленном месте для прогулок гомельчан и гостей города – парке «Фестивальный». Наши корреспонденты заглянут на день открытых дверей в Гомельский областной дворец творчества детей и молодежи. Об этом и не только в нашей программе.